Так, на трассе у нас Анастасия Шушунова и Вершкош Гиппенброк Фиби. Опытная спортсменка, опытная собачка. Они закрывают класс А2. К сожалению, повал. Два повала подряд. Даже на стенке на третьем и на пятом снаряде. Отказ вот в этом сложном месте на девятом снаряде. Итак, пока что это 10 баллов штрафа, даже 15-15, два повала и отказ. Но все исправлено, трассу продолжаем бежать, поэтому смотрим, что же будет дальше. Как пройдут, потерялась, поздняя смена, снова отказ, это второй отказ и третий отказ, снятие. К сожалению, снят, сегодня немногим даются трассы. Очень тяжело восстанавливаться после долгих-долгих выходных, скажем так.